Впервые на большой сцене в Бийске прошел очередной концерт в рамках музыкального марафона «Ритмы улиц». И в качестве подарка была не только музыка. Артисты кинули в толпу упаковку расчесок. Таким образом, они хотели сблизиться со зрителями. В этот раз на сцене выступили не только новички, но уже и зарекомендовавшие себя музыкальные группы. В их числе Before You Sleep, Рэй Ванили, Реванш и другие. Бийчане услышали несколько музыкальных направлений. Звучали как легкие позитивные композиции, так и тяжелые рок-хиты. 3 часа бийские музыканты передавали друг другу эстафетную палочку. Как оказалось, среди бийской молодежи достаточно много любителей металла. Поэтому на немецкие хиты они реагировали достаточно бурно. Прыгали, кричали, разве что не стояли на ушах. Отметим, выйти на большую сцену студентам помог выигранный президентский грант. На эти деньги музыканты приобрели профессиональную аппаратуру, которая позволяет прокачать более крупные площадки. Если в прошлом году в марафоне принимали участие группы, которые непосредственно базируются в музыкальной студии «Бит», то в этом году же можно заметить, сейчас принимали участие, например, такие коллективы, как «Elevators». Сегодня участвовала группа «Вышина для приглашенных», коллектив из Воеводского. Также будет участвовать группа «Горизонталь» из Барнаула. В общем, фестиваль растет.